Всем привет! Продолжим про радиосвязные приемники. И в этот раз поговорим о приемнике AUR-5000. Этот приемник очень высокого класса, у него есть огромное количество разных функций, возможностей, интересных схемотехнических решений, особенностей. Обо всех них я не буду рассказывать в этом видео, а расскажу только об основных его характеристиках. Поэтому, если вы этот приемник хорошо знаете, он у вас есть, или вы им долгое время пользовались, то, скорее всего, ничего нового из этого видео вы не узнаете. Оно предназначено для тех, кто с этим приемником не знаком. Итак, широкодиапазонный радиосвязной приемник AUR-5000. Напомню на всякий случай еще раз, что условно радиоприемники можно разделить на два вида – радиосвязные и радиовещательные, так как радиовещательные передатчики имеют большую мощность киловатт, десятки киловатт, иногда сотни киловатт, и высокоэффективные антенны, то для того, чтобы принимать их сигнал, хорошие приемники не нужны. Поэтому радиовещательные приемники обычно имеют гораздо-гораздо худшие характеристики, чем радиосвязные. Мы с вами разговариваем про радиосвязные приемники, в частности, про радиосвязной приемник AUR-5000. Итак, этот приемник работает в огромном диапазоне частот, можно сказать, от нуля практически, от самого низа, от единиц килогерц, до 2,6 ГГц в версии приемника AUR-5000 без буквы А и до 3 ГГц приемника AUR-5000 с буквой А. Эти приемники бывают трех модификаций: 5000, 5000А и 5000А плюс 3. Я вам расскажу про первые две модификации, к сожалению, третьей у меня просто нет. Moscow Controller, Flight 1416, добрый день, Flight Level 350, inbound номер. Аэрофлот 1416, Moscow Control, добрый утро, identified. Это настольный стационарный приемник. Внешне он чем-то напоминает настольный стационарный коротковолновый трансивер, но это только приемник, зато работает он в очень широком диапазоне частот, питается от 12 вольт, если его приобретать в новом магазине, то с ним в комплекте идет адаптер для питания от сети 220 вольт, ну или 110. Либо вы можете запитать его от какого-то своего блока питания или аккумулятора. Производился этот приемник в Японии, версия без буквы А. Производилась до начала 2000-х годов, с конца 90-х, а версия с буквой А до конца уже 2000-х годов, до 2008-2009 года. Сейчас такие приемники, именно такие, не производятся. По своей архитектуре это классический супергетер 1 с тремя преобразованиями частоты. Первая ПЧ очень высокая, 622 МГц, вторая 10,7 МГц, третья 455 кГц. По второй и третьей промежуточным частотам фильтры в этом приемнике переключаемые, их может переключать пользователь в любой момент времени, независимо от диапазона и от вида модуляции. Этих вариантов полосы пропускания целых 6. 3 кГц для однополосной модуляции телеграфа, 6 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 110 и 220. 110 и 220 для широкополосной частотной модуляции или какой-то импульсной амплитудной модуляции. Соответственно, 6 кГц и 15 удобно использовать для приема амплитудной и частотной модуляции. В каких-то случаях частотная может быть очень широкая, и тогда нужно включить 30 кГц. Также в приемник может быть установлен опциональный дополнительный еще один фильтр, например, на полосу 500 Гц для приема телеграфа или с полосой 2,5-2,7 кГц для приема однополосных сигналов. Но однополосный можно слушать и на штатный 3-килогерцовый фильтр. Приблизительно 5-7 пока. Ващенский Сергей, прием. Управление, то есть пользовательский интерфейс у этого приемника очень развитый, то есть многофункциональный. Есть прямой ввод частоты с клавиатуры как в килогерцах, так и в мегагерцах, как вам удобней. Поскольку диапазон частот у приемника очень широкий, то можно легко ошибиться. Я, например, однажды, набирая частоту 2920, чтобы послушать радио хулиганов в верхней боковой полосе, ошибся и после набора, после ввода значения 2920 нажал кнопку не килогерц, а мегагерц. И приемник настроился на частоту 2920 мегагерц, то есть 2,9 гигагерц. Естественно, там никаких радиохулиганов в верхней боковой полосе не было слышно. Есть, конечно же, валкодер, плавный, оптический, который имеет большую ручку удобную. И с помощью этого валкодера можно перестраиваться по частоте с любым выбранным шагом. И есть еще маленький дополнительный валкодер, который тоже может использоваться для перестройки по частоте. Шаг перестройки по частоте произвольный, его можно выбрать из списка, в котором очень много значений, от 1 Гц до 500 кГц. Естественно, все популярные значения шага 1
кГц, 5 кГц, 12,5, 25 и так далее, все есть. Либо можно ввести вообще с клавиатуры любой произвольный шаг, точно так же от 1 Гц, начиная до 999 кГц. То есть можно выбрать шаг совершенно нестандартный какой-то, например, там 111 Гц или 111 кГц. То есть любой абсолютно шаг можно написать, абсурдный, и приемник будет с этим шагом перестраиваться в любой точке диапазона. Напомню еще раз, что это профессиональный радиосвязной приемник. К радиолюбительству он не имеет никакого отношения, поэтому нет никаких радиолюбительских понятий, радиолюбительские диапазоны, например. И по-своему это очень удобно. Если, например, мы возьмем какой-нибудь трансивер ЕЗУ или АЙКОМ, то в нем у нас будет привязка вида модуляции к диапазону. И часто это неудобно. Например, если я в 80-метровом диапазоне включу верхнюю боковую полосу, и потом переключусь с этого диапазона на другой, например, на 40-метровый, а потом снова вернусь в 80-метровый, то там может снова оказаться опять нижняя боковая, потому что она так принята в 80-метровом любительском диапазоне. Здесь ничего такого нет. Здесь в любом диапазоне, на любой частоте можно включить любой вид модуляции и любую полосу пропускания, в том числе абсурдную. То есть можно на частоте 100 кГц длинные волны включить White FM или White AM, то есть полосу пропускания 200 кГц, и любую модуляцию при этом можно включить. Точно так же, как на частоте, например, 1 ГГц, можно включить полосу пропускания 3 кГц и однополосную модуляцию. То есть все абсолютно универсально, все сделано для того, чтобы слушать любые сигналы на любой частоте рабочего диапазона этого приемника. Нижняя вышка 0,4823 взлет. Грибной канал, следуй на Ржавку, расчет на 27-е. 0,4080, ниже вышка. Кименевич, 766 миллиметров. Ржавку доложить. 1021, а на приборе 300, сохраняю прибытие доложу. Маленький дополнительный валкодер, помимо того, что иногда он участвует в выборе каких-то параметров, настроек, он тоже позволяет перестраиваться по частоте. Причем шаг его может быть выбран разный. Можно включить, что шаг маленького валкодера будет равен шагу большого валкодера, и тогда при изменении шага основного валкодера у нас автоматически меняется и шаг маленького. Можно выбрать, что шаг маленького валкодера будет какой-то свой собственный, отдельный. А можно выбрать вариант, когда шаг перестройки по частоте с помощью маленького валкодера просто в 10 раз больше, чем шаг перестройки по частоте основным валкодером. То есть все очень гибко, все очень удобно. Я чаще всего при приеме коротковолновых однополосных сигналов включаю шаг перестройки по частоте большим основным валкодером 10 Гц или 100 Гц, а маленьким 1 кГц. А при работе на УКВ в частотной модуляции чаще всего использую шаг перестройки, например, основным валкодером 12,5 кГц или 25, а маленьким дополнительным в 10 раз больше, чтобы быстрее перестраиваться по диапазону. Как вы уже поняли, работает приемник во всех основных видах модуляции. Верхняя и нижняя боковая полоса, амплитудная модуляция, частотная модуляция и телеграф. Полоса пропускания ПЧ, как я вам уже сказал, переключается вручную независимо от вида модуляции, то есть можно включить при любой модуляции любую полосу пропускания, какая вам нужна. Индикатор или дисплей у приемника жидкокристаллический, монохромный, сделанный из сегментов, то есть это не графический дисплей, а дисплей, специально разработанный для этого приемника. Он имеет неяркую зеленую подсветку, смотреть на нее очень удобно, глаза совсем не устают, и видно этот дисплей при любом освещении, и в полной темноте, и при очень ярком свете. Как вы видите, на передней панели, кроме кнопок и ручек перестройки по частоте, есть еще две маленькие ручки, это громкость и регулировка порога срабатывания шумоподавителя. Громкость не совмещенная с выключателем питания, а просто регулятор громкости. Выключатель питания – это отдельная кнопка. И еще есть стрелочный индикатор, который у нас показывает с вами уровень сигнала. Свои вагоны оставим, вагоны, и балахну на 9-й в голову открыл. Чего-чего? Мы тебя слушаем внимательно, говори. Двигаем соду, ставим песок и обедаем. Понятно. Как и положено радиосвязным приемникам, у AOR 5000 есть три основных режима работы. VFO, поиск и сканирование. Вообще, всяких режимов и возможностей у этого приемника очень много. Еще раз повторяю, что я вам рассказываю в этом видео только об основных его режимах, а не о всех возможностях. Итак, три режима. VFO – это перестройка по частоте в ручном режиме. Причем
как в кратковолновых трансиверах часто бывает, два счетчика частоты VFO A и VFO B. Так вот здесь 5 счетчиков частоты VFO A, B, C, D и E. Соответственно, все они независимые, можно в них содержать разные частоты из разных диапазонов с разными полосами пропускания и разными видами модуляции. В режиме сканирования, который включается кнопкой «Скан», приемник перебирает частоты, записанные в ячейке памяти. Таких ячеек памяти в приемнике 1000, они организованы в 10 банков по 100 штук в каждом. Конечно же, каждой ячейке можно присвоить свое какое-то символьное имя, но можно этого и не делать, тогда будет отображаться просто частота. Кроме частоты, конечно же, сохраняется полоса пропускания, вид модуляции и еще некоторые другие параметры. Итак, приемник перебирает ячейки до появления активности. Во время такого поиска, вернее сканирования, конечно же, можно переключать банки, они переключаются маленьким валкодером. Номер банка отображается в верхнем правом углу индикатора. В данный момент у меня там цифра 3, значит, приемник сканирует банк номер 3. Вот я сейчас переключил на сканирование банка номер 2 и снова вернулся на третий банк. Также в это время отображается у нас номер ячейки памяти, который в данный момент времени сканируется. 7 от выходного N202, будем переезжать за Миров, 204, далее подскажу. От N202, за Миров 204, 62 встреча. Верно, от N202, машу готов, работаем по сигналу. 202, вижу белый, выезжаем по вам, 62 встреча. И, естественно, у приемника есть режим поиска, когда он ищет активность в диапазоне частот, заданном двумя граничными частотами. Таких граничных частот в приемнике можно сохранить 20 штук, то есть можно задать 20 банков, 20 диапазонов поиска. Поиск включается кнопочкой Search на передней панели, и приемник начинает искать активность в заданном участке. В описании участка частот записывается не только начальная и конечная частота, но, естественно, шаг перестройки и вид модуляции, с которым нужно искать активность. И для поиска, и для сканирования можно задать параметры, причем раздельные. Например, паузу, в течение которой приемник продолжает ожидать активности после открытия шумоподавителя. Можно задать фиксированный уровень шумоподавителя, то есть приемник будет искать активность до открытия шумоподавителя не с таким уровнем, с каким мы выставили ручку Squelch, а с таким, который у нас настроен именно для режима поиска или для режима сканирования. Мало того, есть режим обнаружения именно голоса, то есть приемник не будет останавливать сканирование или поиск при обнаружении просто несущий. Если у нас открылся шумоподавитель, но модуляции никакой нет, есть просто несущий, то это не будет считаться остановкой для поиска или для сканирования. И в режиме поиска, конечно же, есть автоматическое сохранение. То есть когда приемник у нас обнаружит какую-то активность на какой-то частоте, то автоматически сохранит эту частоту в один из банков памяти. Нижний Новгород район, 07-361. 07-361, Нижний Новгород район. 07-361, CU Traverse 100, прохожу на безопасной работе с вышкой с вами до обратного. 07-361, работайте с вышкой 120,4 до обратного. Понял, до обратного, сейчас. Как в режиме сканирования, каждую ячейку памяти можно пометить как участвующую в сканировании или пропускаемую. Это можно сделать с помощью кнопочки PASS. Так и в режиме поиска любую частоту можно добавить в список исключений. Если на этой частоте нам не нужна какая-то активность постоянно присутствующая, то можно частоту добавить в список исключений. Таких частот приемник хранит в памяти 2100. Для каждого диапазона, для каждого участка диапазона, который мы описали, для каждого из 20, соответственно, приемник запоминает 100 таких частот. Это уже у нас 2000. И для режима VFO тоже приемник хранит 100 частот исключения. У приемника есть отключаемый предусилитель с усилением 10 дБ и аттенюатор с ослаблением тоже 10 дБ.
Но управление ими сделано очень интересно. Есть отдельная кнопка АТТ, которую можно нажать в любой момент времени, не нужно ни в какие меню заходить. Эта кнопка у нас как раз управляет ослаблением сигнала на входе. Так вот, если ослабление установлено 0 дБ, то аттенюатор отключен и включен предусилитель. Если мы включаем ослабление 10 дБ, то это на самом деле отключается предусилитель, но аттенюатор еще не включен. Если мы включаем ослабление 20 дБ, то помимо того, что отключен предусилитель, еще и включается аттенюатор с ослаблением 10 дБ. Итого мы теряем в чувствительности 20 дБ. Но это все, то, что я вам сейчас сказал, работает только до частоты 230 МГц. Выше частоты 230 МГц возможность включить аттенюатор отсутствует. Можно только отключить предусилитель, и тем самым мы получим ослабление 10 дБ. Но и это еще не все. На частотах выше 1000 МГц вообще нельзя отключить предусилитель и включить аттенюатор, там всегда фиксированное усиление. Вот такие вот особенности работы со входными цепями приемника. А вообще входные цепи сделаны очень неплохо. Рабочий диапазон частот приемника разбит на 15 поддиапазонов, и по входу, соответственно, есть 15 переключаемых диапазонных фильтров. Мало того, большая часть из этих фильтров перестраиваемы с помощью варикапов и позволяют улучшить динамический диапазон по блокированию и по интермодуляции от внеполосных сигналов. Перестраиваемые фильтры работают на частотах до 1 ГГц, то есть на всех УКВ обычных и на КВ как раз у нас используются перестраиваемые входные фильтры. Мир говорит, круглый, и я-то родился там, а в школу пошел в городе Кореновске. Лошадя, по вашей карточке, вот которую я сейчас вижу, вы там, видимо, где-то на природе отдыхаете. Какого прохождения вот такие дела? Ясенька, спасибо. Вопросов не даже грех не быть запивалой. Да. Ну, кому-то природа... Катую антенны, все четко, реактивка нормально. Думаю, ну, скорее всего, наверное, с усилителем что-то. А потом посмотрел, да елки-палки, а у меня, Саш, напряжение упало в сети. Несмотря на такую высокую верхнюю рабочую частоту этого приемника, встроенный синтезатор частот имеет очень маленький фазовый шум. И на этот приемник приятно слушать различные сигналы, они не шумят. То есть, если взять более современные модели, AUR 8200, 8600, AUR One и так далее, у них очень шумный синтезатор частот, и если слушать в частотной модуляции какой-то сигнал с уровнем 9 и больше баллов, то его все равно будет слышно с небольшим шумом. Шум этот от собственного синтезатора. То у 5000-го приемника синтезатор очень мало шумящий. И поэтому все сильные сигналы слышно совершенно без шумов. То есть, если сигнал действительно проходит на 9 баллов какой-то, и сам этот сигнал не имеет модуляцию шумом, то слышно его здесь очень тихо. Никаких собственных шумов синтезатора практически незаметно. Проверка качества связи. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще, слушать звук с этого приемника, со встроенного громкоговорителя, очень приятно. Громкоговоритель крупный, расположен он хоть и в нижней части корпуса, но эта нижняя часть корпуса содержит специальный звуковод или воздуховод, который приводит к тому, что звук от этого динамика в нижней части корпуса у нас распространяется именно вперед, то есть к вам, к пользователю, если этот приемник расположен к вам лицом. И слышно его очень хорошо. Мало того, есть еще настройки звука. Такая функция вообще не у многих приемников есть, но вот здесь она есть. При переключении вида модуляции также мы можем вручную выбрать еще и полосу пропускания по низкой частоте. Причем полоса пропускания это регулируется как сверху фильтром нижних частот, так и снизу фильтром верхних частот. Можно настроить звучание под выбранный вами вид сигнала, вид модуляции, вообще как вам приятно. Ну что, теперь люди осведомлены о мировых событиях гораздо больше, чем раньше. И у них есть желание встретиться с человеком, который имеет авторитетный голос на мировом. И мало того, есть еще специальная функция, так назовем ее тон компенсации, которую, если включить, то низкочастотный сигнал, нижнюю часть спектра звукового становится слышно громче.
Я считаю, что этот приемник очень высокого класса, очень качественно изготовленный, очень качественно работает. Все то, что он делает очень хорошо. Конечно, он уже немного устарел, так как в нем отсутствует прием различных цифровых видов радиосвязи, но он выпускался в то время, когда эти цифровые виды не были еще настолько популярны или вообще некоторые из них не существовали. И не то, что для своего времени, он и для нашего времени прекрасный приемник, только без цифровых видов. Кто-то, может быть, скажет, а что делать без цифровых видов в эфире? А я вам отвечу, что самое интересное как раз происходит в аналоговой радиосвязи. В цифровые виды перешли какие-то службы, слушать которые очень скучно. А самое интересное все происходит пока в аналоге. Вот так вот вышло. И этот приемник очень хорошо работает. И я считаю, что то, что он делает, то, что он принимает просто прекрасно. Да, Роман один. Борис Леонид, Ольга, отвечает УА-9, Сергей, Иван, Женя. Здравствуйте. 5-6, пятерка, шестерка, Владимир. Недалеко от города Оренбурга. И о том, что можно подключать к этому приемнику и как. На передней панели у нее есть два разъема. Один разъем 6 мм для подключения наушников и еще разъем мини-дин для подключения различных внешних устройств. На этот разъем выведен сигнал низкочастотный с выхода ЧМ-детектора, то есть сигнал с дискриминатора. На этот разъем выведен низкочастотный сигнал со всех остальных детекторов. На этот разъем выведен у нас сигнал с шумоподавителя, но не просто сигнал с шумоподавителя, а на этот разъем выведен два контакта, можно сказать, реле ключа на полевом транзисторе, который у нас открывается при открытии шумоподавителя. То есть этот ключ можно использовать как угодно. От него оба вывода выведены на этот разъем. Мы с помощью него можем запускать работу какого-то записывающего устройства или подключать низкочастотный сигнал с выхода детектора, который, кстати говоря, сам выход не отключается при закрытии шумоподавителя. То есть если вы хотите, чтобы у вас сигнал был с шумоподавителем, то нужен как раз вот этот низкочастотный выход с детектора на разъеме мини-дин соединить последовательно с ключом, который там же внутри приемника установлен и выведен на этот же самый разъем. В самом лучшем. Окончательного механизма нет, но здесь к драйву. Ты только Матура, резко заказы. Когда я пришла и в Россию, то есть поставить. И компот. Так, 7-й. А что? 22-го года. Не участвует ряд артикулов. Если... И на задней панели приемника у нас тоже множество разъемов, о которых я вам сейчас расскажу. Конечно же, это разъем для подключения источника питания 12 вольт. Разъем не очень привычный, не очень удобный, но на приемниках AOR, особенно 90-х годов и 2000-х, такой разъем встречается очень часто. Есть два разъема для подключения антенны. Один разъем SO239, другой N-типа. Почему они разные? Ну, видимо, для того, чтобы можно было подключить в разных ситуациях разные кабели, без всяких переходников. Но, по сути, эти разъемы равноправные. В приемнике есть переключатель входов. У нас, соответственно, есть вход 1 и вход 2. Переключатель входов сделан на реле, то есть не на пин-диодах. И поэтому динамический диапазон при каких-то очень больших мощных сигналах не ухудшается у нас за счет этого коммутатора. Вообще к приемнику может быть подключен еще один внешний дополнительный антенный коммутатор, тоже с реле. И тогда приемник будет работать аж с четырьмя антеннами, и одна антенна будет подключаться непосредственно к приемнику, а три будут подключаться к этому самому внешнему коммутатору. И этот внешний коммутатор будет управляться еще по кабелю управления из приемника, и, соответственно, мы можем в меню выбирать, какая антенна у нас работает. Мало того, при сохранении частоты в память можно записать, с какой конкретно антенной эта ячейка памяти должна использоваться. Если у нас подключен внешний коммутатор антенн, то можно выбирать одну из четырех антенн. Если такого коммутатора у нас нет, то, по крайней мере, две антенны мы можем выбирать и записать в ячейку памяти, первая антенна используется или вторая. Можно в настройках приемника просто описать, что когда приемник работает на частотах от такой-то до такой-то, то используется одна антенна, когда в другом диапазоне, то вторая антенна, ну и при наличии внешнего коммутатора, соответственно, третья и четвертая. Это все тоже настраивается, и приемник, например, в режиме поиска при переходе с одного диапазона на другой будет автоматически переключать антенны. Что у нас еще есть на задней панели? Разъем DB9 для подключения компьютера. Это практически компорт, и с помощью него мы, как по CAT-интерфейсу, можем управлять этим приемником. Абсолютно все его режимы можем переключать с компьютера.
с помощью специальной программы или написать свою программу, конечно же, CAT-интерфейс этот документирован. Есть два разъема BNC, один из них – это вход для подключения внешнего опорного генератора с частотой 10 МГц. Если мы используем несколько приемников, хотим, чтобы они у нас были синхронизированы не только по частоте, но и по фазе, тогда мы можем использовать один общий внешний генератор. Или если нас не устраивает встроенный в приемник опорный генератор своей термостабильностью или какими-то еще характеристиками, мы можем подключить внешний высокостабильный термостабилизированный опорный генератор вот к этому разъему. И в меню, соответственно, выбрать, с каким генератором используется у нас в данный момент приемник, со внутренним или со внешним. Второй разъем BNC – это выход промежуточной частоты 10,7 МГц для подключения внешней панорамной приставки. Есть специальная панорамная приставка именно для этой модели приемника. Она работает в полосе частот 10 МГц, то есть на этом разъеме у нас присутствует спектр плюс-минус 5 МГц от центральной частоты 10,7. Соответственно, именно такую полосу 10 МГц мы можем наблюдать на панорамной приставке. Можно этот выход ПЧ использовать в наше время уже для подключения каких-то современных SDR-приемников, SDR-адаптеров к компьютеру, и с помощью них наблюдать панораму сигнала. Конечно же, есть разъем 3,5 мм, это выход для подключения внешнего громкоговорителя, и есть разъем RCA для того, чтобы подавать на приемник команду mute, то есть отключение звука, если этот приемник используется в каком-то комплексе вместе с передатчиком, когда передатчик включается на передачу, чтобы приемник у нас не принимал собственный сигнал или какие-то помехи на другой частоте, то можно у него звук отключать вот с помощью разъема mute. Когда приемник выключен, то на экране он отображает текущее время. То есть в приемнике есть встроенные часы на микропроцессоре управляющем. Даже есть отдельный часовой кварц на частоту 32768. Для работы этих часов в приемнике есть еще батарейка. Вернее, не батарейка, а конденсатор и анистор с очень большой емкостью. Но от конденсатора, от этого, конечно же, индикация на дисплее времени не работает. Индикация работает только если к приемнику подключен у нас внешний источник питания. Конденсатор используется только лишь для продолжения хода часов при отключении внешнего источника вообще. Очень важный параметр для приемников данного типа – это скорость поиска и скорость сканирования. Для этого приемника она составляет 25 скачков в секунду и в режиме поиска, и в режиме сканирования. Но есть режим киберскан. В этом режиме скорость перестройки будет уже составлять 45 скачков в секунду, но индикация частоты во время поиска при этом отсутствует. То есть приемник показывает частоту только когда обнаружил какую-то активность, а во время поиска частота не индицируется. Часто я этот режим киберскан даже не использую, а использую обычный поиск или сканирование, при котором у нас перестройка по частоте отображается на индикаторе. Хочу еще раз сказать, что различных возможностей у этого приемника очень-очень много, и обо всех них я не буду сейчас рассказывать, чтобы не затягивать свое видео. Оно и так уже получилось слишком длинное. Скажу только, что, конечно же, есть регулировка усиления ручная, которую можно в настройках назначить на ручку регулировки шумоподавителя. Вместо шумоподавителя эта ручка будет регулировать RF-гейн, как в КВ-трансиверах. Очень удобно при работе в однополосной модуляции. Еще в этот приемник могут быть установлены дополнительные опциональные модули. Это модуль частотной инверсии для того, чтобы слушать сигнал с частотной инверсией. Конечно, сейчас это уже не актуально. В основном все, кто хотят скрыть свой радиообмен, используют цифровую радиосвязь, еще и с криптованием. Но, если что, к этому приемнику существует модуль частотной инверсии. И также есть отдельный дополнительный модуль декодера субтонов. То есть в обычном, в минимальном своем комплекте этот приемник с субтонами не работает. Для работы с ними нужен отдельный дополнительный модуль. Конструкция звуковода в нижней части корпуса приемника. С одной стороны, это очень интересное решение. Звук у этого приемника действительно прекрасный, когда он установлен на столе. Никакого желания подключить какой-то внешний громкоговоритель не возникает. Очень хорошо все слушается на встроенный динамик. Но эта система, которая расположена в нижней части корпуса, она мешает установить этот приемник куда-то в стойку, когда у нас, во-первых, узкое пространство
по вертикали. Во-вторых, когда есть несколько приемников, один на другой их уже не поставишь. И часто я встречал, что у приемников вот эту нижнюю часть выступающую срезает. Вот у меня тоже есть экземпляр, которым я много пользуюсь. Да и, собственно говоря, вот здесь тоже в стойке стоят подобные приемники, у которых эта нижняя часть корпуса просто срезана. На нижней металлической крышке корпуса можно отвинтить винтами выступающую часть, а на передней панели пластиковой есть продолжение этой выступающей части уже пластиковой, ее приходится срезать каким-то ножом или напильником. Но после этого приемник становится плоский, и такие приемники можно устанавливать один на другой в любом количестве. Ну вот, и все забрались. Да. Ну вот сейчас поперли, мне же как от местной станции, 30, даже за 30 уже поперли прием. Ну понятно, два элемента туда, в вашу сторону, ЕГА и киловатт мощности на прием. Ага, даже за 35 аж прыгает. Ну здесь тоже киловатт ГУ-74, ну правда это самое здесь... Вообще, 5000-ный приемник – это приемник, так скажем, из дорогой серии. То есть в то время были приемники, например, АОР-8000 или АОР-3000. Это были широкополосные сканирующие приемники, тоже с поддержкой всех режимов и коротких волн, и однополосной модуляции, и УКВ. Но те приемники более дешевые, а этот более дорогой. И в свое время, когда он производился, он стоил $2000, что, собственно, немало. Я считаю, что в своем классе, то есть приемник, который работает практически от нуля, очень хорошо работает в коротковолновом диапазоне, можно слушать как на КВ-трансивер, однополосную радиосвязь, и на УКВ до 3 ГГц, но без приема цифровых видов. Это один из лучших приемников вообще. Я вам рассказывал про приемник Rode Schwarz, 200-й модель. Это практически прямой конкурент этому приемнику. То есть абсолютно такой же диапазон частот, практически те же самые возможности. Но Rode Schwarz гораздо дороже, имеет гораздо лучше различные параметры, такие как динамический диапазон, внеполосная избирательность, побочные каналы приема и побочные собственные излучения в эфир. Rode Schwarz, конечно же, по этим параметрам несравнимо лучше Аора. Но если бы я выбирал для себя один приемник из этих двух, каким бы я пользовался, я бы пользовался этим Аором, потому что пользоваться им гораздо удобнее и приятнее. На этом мой сегодняшний рассказ закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Слушайте эфир на различные приемники КВ и УКВ, на различные антенны, большие и маленькие. По возможности на более качественную технику. Ну и, конечно же, смотрите мои другие видео, подписывайтесь на канал. Канал мой выходит на YouTube, на Яндекс.Дзен. Еще у меня есть группа ВКонтакте. И еще мои видео публикуются на такой площадке, как Рутуб, который пока почему-то не очень, мягко говоря, популярна. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. 74. Мне надо тянуть и тянуть. Нижневышка, Аэрофлот, 1220. Доброе утро. Ил-6-3, полоса 36 справа. Аэрофлот, 1220. Нижневышка, доброе утро. Удаление 17. Ветер неустойчивый, 1 метр в секунду. ВПП 36 справа. Посадку разрешаю. Что это у нас такое может быть? Шлагбаум, короче, не хочет закрываться.